В Сочи полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на территории медучреждения. В пункт полиции поселка Дагомыс обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что ее бывший супруг произвел несколько выстрелов по зданию больницы, в которой она работает, и скрылся. Полицейские установили местонахождение 39-летнего злоумышленника и задержали его по месту проживания. Мужчина находился в состоянии опьянения, от прохождения медицинского свидетельствования отказался. В отношении задержанного составлен административный протокол. Решением суда правонарушитель подвергнут аресту на 10 суток. Установлено, что злоумышленник выстрелил по зданию больницы, в которой после очередной ссоры находилась его бывшая супруга. Скрываясь с места происшествия, мужчина выбросил оружие, конструктивно схожее с охотничьим ружьем, которое полицейские обнаружили в лесополосе и направили на экспертизу. В результате инцидента никто из граждан не пострадал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.